Вань передает Дмитрий Виноградов. Это известный открытый клуб, клуб подводников. Речь пойдет о подводной фотосъемке, вообще о работе под водой. Я думаю, что это будет интересный рассказ. Задавать можете все вопросы любые, потому что, ну я не знаю, но Дмитрий под водой провел в холодной, в теплой, в различной, ну, столько времени, что, в принципе, ну, мало кто столько провел. Поэтому задавайте все вопросы, в том числе, сколько он нашел сокровищ затонувших кораблей и самолетов. Прошу вашему вниманию. Итак, Дмитрий Виноградов. Совершенно секретно. Дмитрий Виноградов. Завербован в дайвера на Мальте в 2004 году. Занимается профессионально дайвингом и фотосъемкой. Руководит московским открытым фотоклубом «Характер русский». Женат. Итак, меня действительно зовут Дмитрий Виноградов. Я занимаюсь подводной фотографией 10 лет. В этом году будет уже юбилей. Лицом пока сяду. Вообще фотографией занимаюсь 40 лет, поэтому в этом году у меня такой своеобразный юбилей. 40 лет занятий фотографией и 10 лет занятий подводной фотографией. Причем 10 лет подводной – это уже профессиональная фотография. Я перестал быть любителем 10 лет назад, начал зарабатывать фотографии немножко денег на жизнь. Собственно говоря, любимая камера – это Nikon, любимая техника – это Nikon. Первая камера «Любитель 2», средний формат. Вторая камера «Фэт 2», дальше по нарастающей. Последние годы снимаю Nikon D2X, не на суше, ну, не под водой, у меня две камеры, взаимозаменяемые, потому что, ну, поездки дальние, сложные, мало ли, какая-то камера, вдруг какая-то проблема, бывало и такое, отказываться от съемки нельзя, поэтому две взаимозаменяемые камеры. Собственно говоря, мой сегодняшний рассказ немножко не вписывается в тему фестиваля, потому что фестиваль у нас о природе, о первозданной природе. Но, с другой стороны, что-то, какие-то общие моменты с тем моим рассказом все-таки есть, потому что наша природа, к сожалению, неразрывна от деятельности человека. Одним из проявлений этой деятельности являются затонувшие корабли. История погибших кораблей исчисляется тысячелетиями. Ну и немножко хочу вам об этом сегодня рассказать.